Фотография была сделана Voyager 2 несколько часов назад, когда космический корабль находился на расстоянии 92,842 миль от Урана. Вот научный отчет НАСА. Научный отчет НАСА представляет собой специальное краткое изложение событий, приведших к столкновению космического корабля Voyager 2 с планетой Уран. Эти программы транслируются в прямом эфире с оборудования лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния, и разрешены Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства. Научный отчет НАСА Voyager 2 на Уране является одной из серий программ общественной информации, направленных на информирование общественности об освоении космоса. Здравствуйте, я Эл Хипс из лаборатории реактивного движения. Мы наблюдаем за тем, как второй космический аппарат НАСА Voyager 2 максимально приблизился к планете Уран. На этой неделе мы наблюдаем за тем, как ученые Voyager получают новую информацию об Уране и анализируют ее в ее первоначальном виде. Мы обсудим его значение, научные цели миссии и то, чему эта встреча может научить нас о нашем мире и Вселенной. Сегодня в 10 часов утра по тихоокеанскому времени Voyager 2 прошел ближе всего к Урану на расстоянии 50,6 мили от верхушек облаков. В течение 6 часов до ближайшего сближения и 2 часов после него Voyager 2 был более загруженным, чем когда-либо с тех пор, как он прошел мимо Сатурна в 1981 году. В этот период он максимально приблизился к спутникам в кольцах. Затем Voyager развернулся за Ураном, выйдя из соприкосновения с Землей, чтобы провести радионаучные эксперименты. Сегодня вечером Voyager исполнилось 46 лет, когда он это сделал. Это произошло через 2 часа 45 минут после того, как Voyager 2 вышел из-за Урана, и мы восстановили с ним четкий радиоконтакт. Здесь, в Джпле, было очень оживленно с тех пор, как мы разговаривали с вами вчера. И со мной, чтобы отчитаться обо всей деятельности, требуется доктор. Это Эд Стоун, научный сотрудник проекта Voyager. Эд, я еще раз спрошу вас, как у нас идут дела? Чему же мы научились за последние 24 часа? Ну что же, во-первых, мы в основном узнали, что космический корабль делает именно то, на что мы надеялись. И что в ближайшие 24-48 часов мы увидим вещи, которых никогда раньше не видели. Эта система оказалась на удивление надежной. Так оно и есть. Это древний и стареющий космический корабль. Вы правы. Она работает во многих отношениях лучше, чем на Сатурне. Так что я думаю, что это очень важная вещь, которую нужно иметь в виду. Но нам уже удалось подтвердить, что магнитное поле действительно существует, непосредственно измерив его при входе в магнитное поле. Это было сделано с помощью магнитометра. Это был магнитометр. Я видел радиоволны. Именно так и есть. А также с помощью других приборов, которые измеряют захваченное излучение, также чувствуется граница магнитного поля. Так что нет никаких сомнений в том, что здесь существует значительное магнитное поле. Нам все еще предстоит выяснить, какова его реальная конфигурация, и именно это ждет нас на следующий день или около того. Как долго мы будем находиться в этой магнитной области, в которой доминирует Уран? Неужели мы собираемся пробыть там еще довольно долго? Ну что же, по текущим оценкам, мы можем пробыть там всю субботу и воскресенье, и, возможно, уедем поздно вечером в воскресенье или рано утром в понедельник. Но опять же, на данный момент это всего лишь приблизительные данные. У нас есть снимки Лун, сделанные несколько часов назад, но, конечно же, наши лучшие снимки были сделаны совсем недавно, и все они сохранены. А когда же мы их увидим? Они вернутся на Землю завтра днем. И я снова подозреваю, что мы внезапно начнем понимать некоторые довольно загадочные особенности, которые проявляются на изображениях с более низким разрешением. А как же другие эксперименты, в ходе которых изучаются как спутники, так и Уран? У нас есть спектрометры и так далее. Как у них идут дела? Ну что же, у нас действительно было очень успешное звездное затмение. А это значит, что мы измерили количество звездного света, когда звезда заходила за кольца. Если смотреть с космического корабля, и это даст информацию с очень высоким разрешением о том, какова именно структура двух внешних колец Урана на самом деле. Именно таким образом эти кольца были обнаружены с Земли, не так ли? Я наблюдал за тем, как вспыхивал и гас звездный свет, и это происходило. В точности по той же методике. С Земли можно только разрешать объекты диаметром около 3 километров, или около 2 миль. С борта космического корабля мы можем видеть объекты диаметром порядка 50 футов. Таким образом, в этом диапазоне мы сможем разглядеть множество сооружений. Каковы шансы увидеть что-то с таким разрешением, с которым мы действительно сможем измерить материал, находящийся внутри? В нужном диапазоне. Я сомневаюсь, что это такие штуки, как Сатурн, блочные штуки, подобные Сатурну. Я сомневаюсь, что мы сделаем это с помощью фотополиметра, но эксперимент по затенению радиосигнала, который проводится прямо сейчас. Это тот эксперимент, в котором мы действительно передаем радиосигнал
радиосигнал через кольца с космического корабля на Землю и наблюдаем, как материал кольца рассеивает радиочастоту. И проанализировав данные, можно интерпретировать это как рассеяние определяется размером частиц, находящихся в кольцах. Спектрометры уже давно изучают поверхность урана. Удалось ли нам получить какое-нибудь лучшее представление о структуре этой атмосферы? Нет, у нас действительно есть некоторые указания на то, что в более низких широтах может быть менее туманно, чем в полярной области, а именно это мы в основном и наблюдаем. Итак, еще раз повторяю, изображения, которые были получены совсем недавно и хранятся на космическом корабле, могут дать совершенно иной вид атмосферы Урана, чем мы видели с полюса. Тем не менее, у нас есть кое-какие данные по измерению температуры. Да, это так. Мы действительно знаем, что температура первого порядка соответствует именно тому, чего мы ожидаем. А теперь реальный вопрос заключается в том, можем ли мы теперь решить проблему раздельного определения температуры на полюсе и температуры на экваторе. Опять же, эти же самые данные в настоящее время хранятся на космическом аппарате, чтобы мы могли составить температурную карту. Не следует ли из этих первых цифр, что температура теплее на полюсе, где Солнце светит уже сколько 20 лет? Я думаю, что можно было бы ожидать, что температура на полюсах будет немного теплее, чем на экваторе. Но у нас еще нет экваториальных измерений. Я понимаю так, что мы все еще ждем возможности получить этот вид сбоку. И я предполагаю, что мы также включим спектрометры на спутниках. Да, хотя я думаю, что главное, что мы будем делать со спутниками, это использовать фотополиметр, который будет измерять количество рассеянного солнечного света. Что говорит нам кое-что о текстуре материала на поверхности. Большое вам спасибо, Эд. Уран, конечно же, представлял интерес для астрономов задолго до того, как был запущен Voyager. Мы знали, что он сопровождался 5 спутниками, а затем в 1977 году. Астрономы с помощью бортовой обсерватории обнаружили этот набор очень узких колец, о которых мы только что говорили. Было трудно объяснить, почему эти кольца были такими узкими. Может быть, это было связано с тем, что за ними следили крошечные спутники? Карен Лонг беседовала с доктором Джеффом Кутци во время поисков этих лун. Это, пожалуй, первое четкое изображение одного из самых захватывающих новых открытий Voyager 2 на Уране. Два спутника пастуха находятся на внешнем кольце Эпсилона планеты. Это 15-летсекундная экспозиция, сделанная примерно в 4 миллионах миль от нас. По словам члена группы визуализации Джеффа Кузи, спутники движутся со скоростью примерно 5 миль в секунду, выполняя важную гравитационную работу вдоль кольца. По их конфигурации вы можете видеть, что они действуют так, как это было предложено на Сатурне, подобно овчаркам или пастухам, чтобы удержать это непослушное стадо кольцевых частиц от распространения во всех направлениях. А может быть, в пределах этого внешнего кольца их будет всего двое? Вполне возможно, что их будет еще больше. Когда мы смотрели на поступающие изображения, у всех нас возникло подозрение, что на них есть небольшие пятна и полосы, которые могут быть чем-то другим. К тому же, эта система Урана может быть очень сильно забита мусором. Например, вы знаете, что за пределами основной кольцевой системы, в районе спутника, было обнаружено 7 новых спутников. И мы предполагаем обнаружить еще около 10 спутников внутри самих колец. Спутники Шепард имеют диаметры примерно от 20 до 30 километров, что всего лишь от половины до трети размера недавно открытых спутников за пределами колец. Почему на изображении спутники кажутся длинными и наклонными? Она наклонена под наклоном из-за движения самого спутника, скорость которого составляет около 5 миль в секунду вокруг Урана. Вы можете видеть, что вот эта звезда размазана меньше. Это всего лишь движение космического корабля. Так вот, именно так мы определяем разницу между звездой и спутником. А также то, как мы узнаем, где находятся звезды, благодаря тому, что навигационная команда Voyager проделала очень хорошую работу по прогнозированию местоположения всех звезд, которые находятся в каждом кадре. И они могут очень точно рассчитать, куда направлена камера и на какую звезду мы смотрим. Таким образом, мы действительно можем сравнить и измерить скорость движения спутника по его орбите. Камеры Voyager 2 позволят поближе рассмотреть кольца и их спутники в преддверии близкого сближения. У нас есть еще один набор наблюдений, который имеет еще более высокое разрешение по кольцам, чем эти, еще в 3-4 раза. И они выглядят примерно так. Кадр камеры перемещается поперек колец вот таким образом. Сейчас, к сожалению, из-за нехватки времени и из-за того, что все остальные тоже хотят посмотреть на другие вещи в это время, у нас покрыто только около половины кольца. Это означает, что мы возьмем этот маленький участок из 6 частей, а затем проделаем это снова здесь, снова здесь, снова здесь, снова здесь. Таким образом, в промежутках между ними мы можем пропустить спутники. Вы правы, в этом вопросе есть некоторые пробелы. Так что вам придется сделать ставку именно на это. Но если там будет 10 или около того спутников, то в среднем мы сможем получить 5 спутников. Это очень интересно, Джефф. В настоящее время предполагается, что спутники кольца и их спутники-пастухи были созданы в то же время, когда была создана планета. И по мере дальнейшего изучения этих явлений мы, несомненно, узнаем гораздо больше о формировании всей нашей Солнечной системы. Меня зовут Карен Лонг, я работаю в лаборатории обработки изображений.
С момента начала встречи Voyager 2 с Ураном мы обнаружили еще 9 спутников, вращающихся вокруг этой планеты. За 205 лет, предшествовавших этой встрече, нам известно только о 5 спутниках Урана. Теперь мы знаем, что их по меньшей мере 14. Спутники Урана отличаются от нашей Луны так же, как Уран отличается от Земли. Джордж Фюнеман беседовал с Торрансом Джонсоном о спутниках Урана. Торренс, насколько я понимаю, спутники Урана очень темные. Предполагается, что они состоят из льда. А почему они должны быть темными, если они сделаны изо льда? На самом деле, это одна из тех вещей, которые мы будем искать в полученных нами данных. Мы знаем, что их поверхность, по крайней мере частично, состоит из водяного льда. Мы видели спектральную характеристику этого явления по данным наземных телескопов. Но они очень темные. Они не такие уж и темные. Они все еще в среднем, скажем, в 2-3 раза ярче поверхности земной Луны. Но это все равно темно, если учесть, что чистый лед должен обладать очень высокой отражательной способностью. Некоторые другие спутники, которые мы видели в других частях Солнечной системы, были очень яркими, покрытыми льдом. Так что мы почти уверены, что ответ должен заключаться в том, что лед смешан с более темным материалом, горной породой или каким-то углеродистым материалом. Каковы размеры спутников Урана? Они относятся к категории того, что вы могли бы назвать спутниками среднего радиуса действия. Два самых больших спутника, Титания и Оберон, примерно вдвое меньше земной Луны. Кроме того, это своего рода два спутника среднего размера, Ариэль и Умбриэль, которые опять же вдвое меньше этого. А еще есть самый маленький из 5 спутников, известных до Voyager, Миранда, диаметр которого составляет всего от 300 до 400 километров. А кто дает название спутникам? Эти названия немного отличаются друг от друга. Разве спутники обычно не называются в честь римских и греческих богов? Многие из более ранних спутников так и назывались. Конечно же, эти спутники были открыты немного позже в истории, потому что они находятся дальше от нас. Гершель видел несколько из них, когда открывал планету. Другие были выслежены позже. На самом деле Миранда была открыта в 20 веке Джерардом Койпером. Исторически сложилось так, что эти названия были даны первооткрывателями с согласия международного сообщества. В настоящее время существует Международный астрономический союз, в котором действует комиссия, утверждающая названия. Таким образом, недавно открытые спутники в настоящее время проходят довольно длительный процесс создания Международного комитета для рассмотрения различных вариантов их названий и присвоения им названий. При этом они обычно стараются учитывать исторический контекст и культурный контекст уже существующих названий. Тем не менее, мне кажется, что это название взято из Шекспира. Вот эти имена, по крайней мере, некоторые из них. По крайней мере, 3 из них написаны Шекспиром. Умбриэль, по-моему, фигурирует в романе «Поупа изнасилования замка». Я даже не знаю точно. Каким образом это произошло? Ваше исследование спутников помогает нам лучше понять Землю. Как это помогает нам лучше понять ее? Ну что же, по сути дела, мы рассматриваем твердые миры, если хотите. Нам интересно рассмотреть их не только как примеры ранее существовавшего материала Солнечной системы, который сформировался вокруг этих тел, но и как отдельные миры сами по себе. Как они развивались, как они функционируют в основном. Эти предметы изготовлены из разных материалов, имеют разную историю, поэтому они представляют собой то, что вы могли бы назвать экспериментами в области планетологии, которые мы не можем проводить здесь, на Земле. Таким образом, это помогает нам понять основные области геохимии и геофизики, типы вещей, которые мы используем для понимания нашей собственной Земли. Я благодарен вам за то, что вы помогли мне понять некоторые вещи. Мне было очень приятно пообщаться с вами. Я Джордж Фёниман. И вот теперь, благодаря волшебству прямого телевизионного эфира, Торренс Джонсон находится вместе со мной здесь, в голубой комнате. Торренс, что мы можем сказать о спутниках сейчас, когда мы медленно, но неуклонно получаем все больше информации? Мы уже миновали тот момент, когда они превратились в своего рода неразрешенные сгустки информации. Снимки, которые мы получили сегодня, действительно начали показывать не только индивидуальный характер, но и достаточную детализацию поверхностей, чтобы вселить в нас большой энтузиазм. И надежду на то, что изображение с самым высоким разрешением еще впереди позволит нам действительно понять процессы, происходящие на этих поверхностях, сравнить их со спутниками. И получить более подробную информацию. Посмотрите на них по отношению к другим спутникам Солнечной системы. Я уверен, что к настоящему времени мы уже видели следы образования кратеров на поверхности Земли. Да, по состоянию на вчерашний день мы видели много вещей, которые представляли собой пятна. Очень похожие на узоры, образующиеся в результате ударных кратеров с ярким ветром на относительно темных, более темных поверхностях. Но в данных, поступивших вчера поздно вечером в режиме реального времени, и в данных, поступивших сегодня, мы видим достаточно кратеров на терминаторе с более высоким разрешением. Чтобы быть уверенными в том, что у нас есть дыры в Земле.
На лучших снимках, которые поступили прямо сейчас или чуть позже сегодня, определенно видны многочисленные кратеры на поверхности и предметы, которые не являются кратерами. Точно так же, как мы видели на выставке. О, у вас есть какие-то свидетельства того, что эти образования происходят именно оттуда? Там есть некоторые вещи, которые определенно похожи на тамошние, как мы говорим, тектонические особенности, вещи, связанные с внутренними процессами на спутниках. И, конечно же, сейчас мы получили разрешение только на снимках этой последовательности с более или менее низким разрешением. Но данные, записанные на магнитофон, как мы надеемся, действительно многое нам расскажут. Было ли для вас в каком-то смысле сюрпризом то, что они ужасно холодные? Ну что же, так оно и есть. После Юпитера и Сатурна мы больше не удивляемся тому, что нас чему-то удивляют. Мы должны были бы удивляться маленьким холодным объектам, обладающим внутренней активностью. Но мы нашли множество примеров того, как мать природа придумывала способы сделать это по мере того, как мы отправлялись в Солнечную систему и исследовали ее. И еще мы не знаем одной вещи, на которую у нас будут лучшие ответы после того, как мы изучим данные с более высоким разрешением. Каковы относительные возрастные последовательности на этих спутниках? Как соотносится плотность кратеров при подсчете цифр с плотностью кратеров, которую мы наблюдаем в других частях Солнечной системы на спутниках Сатурна и Юпитера, а также между самими спутниками Урана? Теперь мы знаем, что там есть такие особенности, на которые стоит обратить внимание. Мы подозреваем, что там есть и другие объекты, которые также можно датировать и рассматривать в геологической последовательности. И мы еще не знаем, какие сюрпризы это может преподнести, когда мы получим наилучшие данные. Должны ли мы предполагать, что процесс образования кратеров вблизи Урана протекает так же интенсивно, как вблизи Сатурна и Юпитера? У меня есть некоторые основания полагать, что в Солнечной системе существуют определенные различия. Ну что же, это один из вопросов, которые у нас возникают. Существуют возможные причины для различий, но лучший способ определить такого рода вещи — это посмотреть на поверхности спутников и сравнить их. Одна из вещей, которая всегда интриговала нас в урановой системе, конечно же, заключается в том, что она опрокинута на бок. Что наводит на мысль о том, что спутники, вероятно, собрались вместе после того, как произошел этот наклон? А теперь скажите, когда произошел этот наклон, сколько времени потребовалось спутникам для формирования после этого по сравнению с временными рамками бомбардировки других внешних спутников планеты? Вот и все. Это одна из тех вещей, на которые нам интересно посмотреть. Большое вам спасибо, Джонс. Мы получили буквально десятки тысяч снимков, сделанных двумя вояджерами во время встреч с Юпитером, Сатурном и Ураном. Это сильно отличается от того, чтобы фотографировать семейный отдых с помощью карманного фотоаппарата. Инстаматик. Дэвид Спаркс находится наготове в Центре управления космическими полетами здесь, в Джпле. Расскажите нам поподробнее о том, как мы получаем эти снимки сюда из космоса. Это решительно отличается от стандартной фотосъемки, хотя результаты получаются практически те же самые. У вас хорошие четкие снимки объекта съемки. А теперь позвольте мне изложить вам суть проблемы. У вас есть космический корабль, который находится примерно в 2 миллиардах миль от Земли. Как же вы делаете снимки и в каком-то смысле проявляете их, а затем передаете домой с космического корабля, на борту которого вы путешествуете уже 8,5 лет. Ну что же, ответ на вопрос о том, как это делается, просто немного сложен. Но, к счастью, Энди Коллинз, который является членом команды по созданию изображений, поделился с нами частью своего времени. Сосредоточьтесь на этом, сосредоточьтесь. Кое-кому из нас удалось прояснить ситуацию. Электрические системы подключены к селен-серно-видиконовой трубке, где полученная картина заряда сканируется электронным лучом. Преобразуется в аналоговый сигнал, который затем оцифровывается и используется для модуляции радиосигнала, направленного на Землю. Этот сигнал принимается последовательностью антенн, расположенных на Земле. Он преобразуется обратно в цифровые данные, которые сохраняются и обрабатываются в компьютерах для представления картины происходящего. Энди Коллинзу легко об этом говорить, потому что он является членом команды по съемке изображений Вояджера. Но как насчет того, чтобы изложить все это в терминах, которые просто немного более знакомы большинству из нас? Здесь установлены две камеры. У них есть оптические системы, которые не совсем не знакомы астрономам-любителям и фотографам. Эти оптические системы фокусируют свет, исходящий от цели, от планеты или спутника колец. Они фокусируют его на вакуумной трубке. Это трубка с видеомагнитофоном, которую вы видите здесь. Трубка с видеоконом используется для изменения структуры света, падающего на ее переднюю поверхность, в структуру электронного заряда. Таким образом, от трубки с видеоконом мы получаем электрический сигнал, величина которого пропорциональна яркости исходной сцены. Эти измерения преобразуются в числа от 0 до 255 и передаются по радиосвязи между космическим аппаратом и Землей. Таким образом, изображение на самом деле напоминает не что иное, как строку цифр, которые были закодированы и переданы на Землю. Точно так же, как один компьютер может разговаривать с другим компьютером по телефонной линии на Земле.
Таким образом, когда Voyager действительно начнет выпускать фотографии, у нас будет порядка 40 снимков, сделанных между Ураном и Землей одновременно. Там будет длинная-длинная цепочка цифр, насчитывающая около 2 миллионов. Длина линии составит 2 миллиарда миль, и именно из этих цифр будет составлено 40 изображений. А затем компьютеры возьмут эти цифры и будут использовать их для управления видеомагнитофонами или телевизорами, в которых яркость пропорциональна числу, на которое они смотрят. Таким образом, большое количество возвращаемых данных указывает на то, что именно это место на изображении будет ярким. Взгляните на фотографию в левом верхнем углу. Стрелка указывает на кратер. В правом верхнем углу есть увеличенное изображение кратера. Они же матрицы чисел, которые представляют уровни яркости для каждой части фотографии. Нули означают отсутствие света, а большие цифры означают яркий свет. Радиосистема Voyager возвращает эти цифры на Землю, где компьютеры превращают их обратно в картинки. Наземные телескопы кажутся невероятно сложными в том, что они нам сообщили, так справедливо ли предположить, что то, что вы собираетесь измерить, улучшит то, что мы знаем об Уране. Даже в самые большие наземные телескопы видно, что Уран представляет собой едва ли больше одной световой точки. Так что, сделав снимок Урана с Земли, вы сможете узнать относительно немного нового. Теперь Voyager приблизится к Урану настолько близко, что мы сможем рассмотреть объекты размером всего в 2-3 километра. Диаметр Урана составляет более 50 километров, так что вы можете видеть, что сравнивать просто не с чем. Мы улучшим разрешение, которое вы можете получить с Земли, примерно в 1000 и более раз. Снимки, сделанные из космоса. Это, конечно же, самые яркие моменты каждого дня во время встречи. Специалисты по обработке изображений, сотрудники лаборатории обработки изображений и, наконец, технические специалисты фотолаборатории работают в течение всего дня и ночи, чтобы каждое утро получать лучшие снимки и готовить Voyager к выпуску в средствах массовой информации. Эти снимки публикуются вместе с другими научными результатами каждый день на брифинге для прессы. Билл Гриффит присутствовал сегодня утром при том, как ученые Voyager отчитывались о своих последних открытиях. На сегодняшнем утром в утреннем брифинге для прессы ученые Voyager получили еще несколько ответов о магнитном поле Урана. Мы обнаружили убедительные доказательства существования магнитного поля Урана, значительного по величине и влияющего на значительную область за пределами планеты и ее атмосферы. Ранее считалось, что магнитное поле Урана составляет примерно 1/10 интенсивности земного, но оказалось, что оно составляет примерно половину интенсивности Земли и очень гибкое. Магнитопауза магнитосферы планеты не является жесткой границей, но она податлива. Это чем-то похоже на наличие воздушного шара, в котором величина давления или общее количество газа внутри изменяются. Таким образом, эта магнитосфера может расширяться и сжиматься. И, соответственно, положение носовой ударной волны будет меняться по мере увеличения или уменьшения размера этого препятствия потоку солнечного ветра. Каковы же будут последствия этого для внутренних помещений? Это означает, что внутри планеты имеется проводящая жидкость, которая приводится в движение неким конвективным движением, регенеративно усиливающим магнитное поле, которое мы наблюдаем снаружи. Мы еще не знаем характеристик этого магнитного поля достаточно подробно, чтобы сделать вывод о том, каковы характеристики внутренней части планеты. Но после того, как у нас будет полный набор данных, полученных в ходе нашего облета, мы надеемся, что сможем сделать именно это. Руководитель группы визуализации Брэд Смит показал это цветное изображение колец планеты, указывающее на то, что кольца с надписями Эпсилон, Бета и Альфа имеют один и тот же цвет, в то время как кольца Гамма и Эта имеют разные цвета. Ученые говорят, что это говорит о том, что хотя некоторые кольца могут казаться одинакового размера, частицы, из которых состоят эти кольца, имеют разный размер. Отсюда и разный цвет. Смит также показал эту довольно интригующую фотографию Миранды с неопознанным изображением в форме шеврона на поверхности. Хорошая новость заключается в том, что когда Voyager сфокусируется на этом регионе во время своего максимального сближения, он получит изображение с самым высоким разрешением из всех, которые Voyager когда-либо фотографировал во время своей миссии. И самое лучшее, по-видимому, еще впереди, поскольку Voyager начинает отсылать обратно всю информацию, собранную во время самой близкой встречи этим утром. На сегодняшнем брифинге для прессы я Билл Гриффит. Любой, кто когда-либо делал снимок, знает, что для правильной работы камеры необходимо достаточное количество света. Но что же вам делать, когда вы находитесь в 20 раз дальше от Солнца, чем мы здесь на Земле,
когда солнечный свет в ясный день всего на 1/400 долю ярче, чем здесь у нас. Команда Voyager нашла способ решить эту проблему, и Дик Лазер, руководитель проекта, находится здесь вместе со мной, чтобы объяснить это. Дик, как вы можете решить подобную проблему? Вы не можете изменить ход фильма. Да, ну что же, позвольте мне обобщить проблему так. Нам приходится беспокоиться о размытых изображениях, размазанных изображениях. Еще нас беспокоят три причины появления размазанных изображений. Одна из них — длительное время воздействия, и мы перейдем к этому через 2 недели. Вторая — это перемещение камеры. Именно с такими проблемами столкнулся бы и ваш повседневный фотограф. Сначала движение камеры, а затем целевое движение, как при съемке гоночного автомобиля. Давайте поговорим о длительном времени экспозиции. Хорошо, хорошо. Уран находится в 2 раза дальше от Солнца, чем Сатурн. Это означает, что по закону обратных квадратов на его поверхность или вершины облаков падает в 4 раза больше света, чем на Землю. Это означает, что время экспозиции увеличивается в 4 раза. Мы ни черта не можем с этим поделать. Нам просто не повезло. У нас на космическом корабле нет ни фар, ни большого стробоскопа, ничего-либо в этом роде. Мы застряли именно на этом варианте. С 2 другими мы можем поработать вместе. Хорошо, хорошо. Для того, чтобы объяснить движение космического корабля, я должен немного рассказать о самом космическом корабле. Космический корабль представляет собой 3-осный стабилизированный космический корабль с 3 ортогональными осями, и космический корабль наклоняется вперед и назад по каждой из этих осей. И каждый раз, когда он достигает края мертвой зоны, одному из этих маленьких двигателей дается команда сработать. А затем он дрейфует в следующем направлении, пока не достигнет края мертвой зоны. Мертвая полоса. А затем снова срабатывает и так далее. Укажите промежуток времени между каждым из них. Это характерный персонаж. Так вот, это и есть пределы контроля. Вот это и есть пульт управления. Датчик распознает, когда дело заходит так далеко. Именно так и есть. Сделайте же что-нибудь. Эти пределы установлены на уровне плюс-минус 0,05 градуса. Это довольно незначительная вещь. Величина. Именно так и есть. И к тому же продолжительность одного цикла обычно составляет около 4 минут. И, как я уже сказал, типичный космический корабль при рыскании по одной из 3 осей тангажа, рыскании и крена, составляет около 0,05 градуса в минуту. И если мы сравним это со скоростью движения часовой стрелки, маленькой стрелки на ваших часах, то получится примерно 1/10 от этой величины. То есть в 10 раз медленнее. В 10 раз медленнее, чем движется часовая стрелка часов. Хорошо, Дон, давайте начнем. Нас это не устраивает. Нас это ни в коем случае не устраивает. Мы упорно трудились в течение последних нескольких лет, чтобы преодолеть эту проблему. И что мы сделали? Так это проникли прямо в суть системы управления ориентацией космического корабля. И изменили программное обеспечение космического корабля таким образом, чтобы уменьшить электронный импульс, управляющий приведением в действие двигателя. И как вы видите на приведенной здесь диаграмме, ситуация остается такой же, как и раньше. Это нормальная частота срабатывания импульса. Мы уменьшили количество молекул газа, которые выходят из двигателя при каждом запуске, так что фактически мы удвоили время между запусками. Мы увеличили время между запусками в 2 раза. Уклон стал намного медленнее. Именно так и есть. Я так понимаю, что для этого вы действительно достали идентичные типы двигателей, которые находятся на борту Voyager, из хранилища где-то здесь и переквалифицировали их в космические ботинки. В данном конкретном режиме привод используется совершенно по-другому, чем мы планировали в 1970 году. Вы не просто перепроектируете компьютер, вы как бы перестраиваете космический корабль. Именно так и есть. Абсолютно верно. Все в порядке. Так что это означает более медленное движение. Более медленное движение. В таком случае это одна из причин. Вот в чем дело. Она устранена или уменьшена на величину. На 50%. Все в порядке. Исходя из этого факта, я согласен с вами. Все в порядке. Еще одна уникальная проблема, с которой мы сталкиваемся при работе с этим космическим кораблем, заключается в том, что каждый раз, когда этот маленький магнитофон немного больше вашего домашнего кассетного магнитофона, в нем есть двигатель. И каждый раз, когда мы запускаем или останавливаем магнитофон на космическом корабле, хотите верьте, хотите нет, он крутит педаль газа. Вокруг целый космический корабль. Все в порядке. У нас возникла проблема. И вот здесь, на диаграмме, мы видим, что происходит. Вот мы и находимся в нашем обычном предельном цикле, примерно в этот момент времени, прямо здесь. Давайте предположим, что мы включаем магнитофон, и вот что произойдет. Если мы двинемся в этом направлении, лента начнет вращаться, весь космический корабль сильно перевернется, и вы увидите очень. На какое-то время он приходит в норму. Он очень крутой, а затем сильно отскакивает назад, и у нас здесь происходит много стрельб и много крутых движений. Крутое движение означает быстрое движение камеры, космического корабля внутри камеры, а это означает много мазков. Как же нам преодолеть эту проблему? И к тому же большую часть ваших снимков вам придется делать с помощью магнитофона. Именно так и есть, особенно во время этой встречи. Вы заметили, что мы часто пользуемся магнитофоном. И вот что мы сделали. Каждый раз, когда мы достигаем этой точки, когда у нас есть команда на запуск или остановку, мы одновременно на борту космического корабля. В дополнение к команде самописцу на запуск и остановку,
Мы посылаем команду в систему управления ориентацией, чтобы запустить нужное количество двигателей в нужном направлении. Я хочу быть справедливым. Так что вам нужно немного уменьшить этот крутящий момент. Я абсолютно уверен в этом. Мы отменяем его, и именно это мы называем отменой импульса. Хорошо, хорошо. Хорошо. И все такое прочее. Так вот, именно эти вещи и связаны с движением камеры. А теперь нам нужно поговорить о движении цели. И вот еще что. Мы движемся со скоростью 33 мили в час. Вот и все. В течение часа мы приближаемся к Миранде очень близко. Очевидно, что у нас та же проблема, что и у фотографа, делающего снимок гоночного автомобиля, ясно? И решение у нас идентичное. Вот что мы делаем. Вот наша Миранда, если хотите, проезжает мимо. Мы проделываем то же самое с несколькими другими спутниками. И вот что мы делаем. При включенном самописце мы медленно перемещаем космический корабль, весь космический корабль целиком, а не сканирующую платформу. Сканирующая платформа была бы слишком рывковатой, если бы мы это делали, но мы двигали весь космический корабль очень медленно. Мы буквально отслеживаем в поле зрения камеры цель, а затем то, что происходит. Вы можете увидеть, когда мы перемещаем весь космический корабль в сторону от Земли. Вот что это значит. Он больше не заглядывает домой. Именно так и есть. И именно поэтому мы должны это сделать. Это одна из нескольких причин, по которой мы должны вести запись. Еще мы много слышали о компенсации движения изображения, компенсации движения цели и об одном и том же. Вот и все. Я понимаю, что вы делаете это с помощью гироскопов, но вы включаете гироскопическое управление и включаете гироскопы, слабый сигнал говорит о том, что вы ошибаетесь. И они постоянно пытаются исправить это очень медленно. Очень медленно, очень медленно. И по сути дела, то, что мы делаем, это имитируем работу системы контроля ориентации. А завтра мы почувствуем то же самое, что и вы. Я думаю, что у нас все отлично получится. Мы провели несколько тестов, и отсутствие духа в изображениях, которые мы увидим завтра, станет наглядной демонстрацией. Очень хорошо. Но вы уже протестировали эту систему и проверили ее. Совершенно верно. Мы уже несколько раз использовали ее в тестах с использованием звездного фона на пути к планете. Большое вам спасибо. Конечно, конечно. Вчера Лонни Лэнг рассказал нам об эксперименте под названием «Затмение звезд». Именно в этом случае звезда проходит за кольцами Урана, и фотополиримитр Voyager измеряет свет, исходящий от этой звезды. Эксперимент проводился вчера поздно вечером, и Билл Гриффит присутствовал при этом. План состоял в том, чтобы использовать звезду Сигма-Стрельца для подсветки колец Урана с помощью фотополиримитра Voyager. Ученые должны были делать до 100 снимков за 2 секунды, что давало бы им очень четкое представление об истинной структуре кольца. Первый критический момент в этом процессе наступил вчера поздно вечером, когда Лонни Лейн и его команда ждали подтверждения от Voyager о том, что все готово для проведения оккультирования. Сегодня вечером мы как раз пытаемся выяснить, будет ли прибор установлен в нужном поле зрения. У этого прибора есть несколько отверстий разного размера. Он установлен на колесе. У нас возникли некоторые проблемы с этим колесом, потому что на электрических контактах скапливается немного полимера, поэтому оно скользит, прилипает. И в прошлом у нас тоже возникали некоторые трудности. Итак, около 2 часов назад мы только что выполнили последовательность действий, в ходе которой колеса вращались взад и вперед очень медленно, из конца в конец, и позволили им попытаться очистить себя. А затем у нас есть 3 измерения, которые пытаются обратиться к 1 градусу, а затем вернуться к безопасному. Мы надеемся, что они проведут последнюю уборку, а затем, когда мы все устроим, мы окажемся в нужном месте. К драматизму добавилась еще одна потенциальная проблема. Сайт слежения в Мадриде, Испания, который должен был получать критические данные о затенении от Voyager, находился под облаками и прогнозировался дождь. Погодная ситуация такова, что данные, которые мы передаем, содержат очень мало защитных кодов. Мы работаем в режиме передачи данных такого типа, в котором нет дополнительного покрытия Рида Соломона и других средств защиты данных. Таким образом, при той скорости передачи данных, с которой мы работаем, мы очень чувствительны к воздействию водяного пара и особенно дождя. Если пойдет дождь, у нас возникнут проблемы, потому что данные не будут поступать на антенну с достаточным количеством энергии, чтобы мы могли получить сигнал и заблокировать его. Так вот, согласно прогнозам, во второй половине дня на Мадридском вокзале ожидается относительно хорошая погода, возможно, небольшой дождь. Так что я очень тщательно взвешивал, когда же поступят данные. Это очень важно по сравнению с тем, когда может начаться дождь. Проблема в том, что в Испании нет крупномасштабных погодных условий, которые были бы локализованы очень слабо. Погода может измениться с интервалом в 45 минут. Все это длится почти 4 часа, и это рискованная игра. Если мы попытаемся защитить данные с помощью команды в режиме реального времени, то потеряем один из вспомогательных экспериментов. И поэтому, я думаю, мы решили пойти ва-банк, надеяться, что погода будет хорошей, и попытаться провести измерения в обоих экспериментах одновременно. Итак, Лейн и его команда провели несколько тревожных минут, ожидая, увенчается ли успехом их 4-летнее планирование, или все будет напрасно. Все это вместе взятое. Примерно в 10,45 они получили свой ответ.
В настоящее время он находится на месте происшествия. Вот он. Все в порядке, так что спасибо всем моим друзьям, которые сделали это возможным. Давайте посмотрим, получится ли у нас удачное свидание. Сегодня утром Лейн и его команда все еще работали над четкими изображениями колец, которые отправил Voyager, и хорошей новостью было то, что на их параде все-таки не было дождя. Дождя не было. У нас было очень небольшое количество помех. Все работало очень хорошо. У нас есть большая часть нужных нам данных по двум входящим кольцам, двум исходящим кольцам и тем же двум кольцам. Они отличаются друг от друга. Мы видим изменения в геометрии. Мы видим чрезвычайно интересную тонкую структуру. Я думаю, что мы дадим теоретикам возможность провести целый день в полевых условиях, пытаясь объяснить некоторые из тонких структур, которые мы видим. То есть грубые модели, скорее всего, будут соответствовать полученным данным. Но на самом деле очень высокое разрешение колец заставит некоторых теоретиков, если вы будете спать по ночам, попытаться понять, что же произошло и почему. Я работаю в лаборатории реактивного движения JPLE, и меня зовут Билл Гриффит. Это были волнующие моменты для Лонни Лейна и его команды. И вот теперь Лонни здесь с нами, чтобы рассказать нам об этом побольше. Лонни, как же все это получилось? Я понимаю, что у вас было несколько довольно нервных моментов. Да, они были присущи каждому виду деятельности, над которым мы работали до сих пор. Вопрос о липком колесе касался одного вопроса — диафрагмы. Но на этот раз оно настроено должным образом для занятия стрельцом. Мы попали именно туда, куда хотели, и увидели в фильме, что все остались очень довольны. Мы поняли, что большая команда очень усердно работала над тем, чтобы это произошло, включая последовательность команд в реальном времени, которую они должны были ввести в космический корабль всего за 2 дня до ближайшего сближения. Так что нам пришлось проделать над этим большую и кропотливую работу. А еще мы немного испугались погоды на станции слежения, которая, возможно, приведет к сокращению объема данных. Именно так и есть. Этот конкретный набор данных имел очень минимальную защиту кода, и мы были очень чувствительны к погодным условиям. Если бы шел дождь, мы бы потеряли данные, а на этой съемочной площадке нет магнитофона, потому что нам нужны были снимки с близкого расстояния. Так что это были несколько нервных минут, но, судя по всему, все обошлось благополучно. И к тому же вы действительно получили обратно полученные данные. Ну и что теперь? Теперь данные возвращены. У вас была возможность взглянуть на них некоторое время. Что же вы видите? Это потрясающая вещь. Разрешение этого занятия сигма-стрелец проходит всего через 2 кольца внешней части девятикольцевой системы, большое кольцо эпсилона и очень узкое маленькое дельта-кольцо. Самое интересное в этом деле заключается в том, что с Земли существуют определенные ограничения в оптической области, главным образом из-за размера красных звезд, используемых при наземных наблюдениях или, возможно, при наблюдении с космического телескопа или объектов с очень большой апертурой на околоземной орбите. Так что это в некотором роде ограничено физикой того, как свет дифрагирует вокруг частиц в системе крыльев. Здесь говорится, что на Земле или на околоземной орбите для всего, за исключением, может быть базовой радиосистемы сверхдальнего радиуса действия. Разрешение ограничено примерно километровым разрешением и некоторыми из этих колец. Все, что меньше этого размера, просто не имеет никакого значения. В лучшем случае оно будет расплывчатым и нечетко очерченным. В связи с этим конкретным затенением, поскольку мы находимся так близко к источнику ультрафиолетового излучения звезды, используем относительно небольшой источник ультрафиолетового света. Мы получили разрешение примерно в 10 метров. И давайте предположим, что это намного лучше, чем то, что будет у кого-либо в течение долгого-долгого времени. Структура внутри кольца эпсилона чрезвычайно сложна, и мы пытаемся разобраться в ней на основе моделей, аналогичных тем, которые мы изучили на Сатурне. Возникает вопрос о том, вызывают ли какие-то резонансы спутники-пастухи или встроенные спутники такого рода очень быстрые колебания и плотность материала в кольцах. Так вот теперь, когда вы видите это в более тонкой структуре, является ли это одним кольцом или оно действительно существует? Есть ли в нем разрывы? На данный момент мы не наблюдали никаких разрывов, так что, по крайней мере, на базовом уровне потенциально мелкодисперсной пыли это происходит непрерывно. То, что мы не можем выделить из нашего эксперимента, это наши более крупные частицы, объекты размером с бейсбольный мяч или метр, а может быть даже больше, разделенные на каналы внутри большой кольцевой структуры, возможно, размером с 15 миль. С этой целью мы полагаемся на радиоэксперимент, радиоизлучение которого происходит прямо сейчас, чтобы отобрать более крупную область частиц. А затем мы ассимилируем визуальные изображения, данные радионауки, данные о периметре вместе, чтобы получить диапазон размеров частиц. А затем природу того, как все заполняется вместе, мы и заставим эту систему работать. Вам предстоит еще одно затмение кольцевой системы. Именно так и есть. Работа над этим завершена. Мы просмотрели ее первый беглый просмотр, но только наполовину, потому что большая часть записана на магнитофон. Этот фрагмент записан на магнитофонную пленку. Эта запись записана на магнитофон, не так ли? И поэтому мы будем ждать, чтобы увидеть ее, когда она появится на экране. И судя по первому беглому взгляду, не выглядит ли это снова как нечто сложное? Действительно, да. У нас есть все это и, возможно, несколько очень приятных сюрпризов. Мы скрестили пальцы, проведем еще немного анализа данных, и через день 2 эти истории должны выйти в свет. Спасибо вам, Рон.
Всегда пожалуйста. Конечно же, есть и другие эксперименты, которые тоже вызывают массу напряженных ожиданий у научных групп. Один из них начался сегодня рано утром и закончился всего за 14 минут до того, как мы вышли в эфир. Дэвид Спаркс посетил группу радиоведущих, чтобы подготовить этот репортаж. Наше телевидение формирует всю нашу жизнь как источник информации. Это подчеркивается тем фактом, что мы каждый вечер наблюдаем по телевизору за столкновением Voyager 2 с Ураном. Сотрудники отдела радионауки, занимающегося всем этим предприятием, могут предположить, что им также предстоит внести очень большой вклад в эту миссию. Мы используем комбинацию космического корабля, наземной станции и радиосигналов, передаваемых между ними, в качестве зонда для измерения. Для того, чтобы дотянуться и прикоснуться, если хотите, к этим удаленным планетарным телам. В то время как Voyager 2 проходит за урановой системой, он сначала проходит за кольцами, а затем за атмосферой. Радиоволны, поступающие из космического корабля на Землю, будут проходить через кольца, приниматься на Земле, затем проходить через атмосферу и приниматься на Земле. Мы измеряем характеристики этих сигналов на Земле, на земной станции в Австралии. С интуитивной точки зрения может показаться, что команда по созданию изображений, поскольку они используют камеры, соберет больше информации о физических размерах и форме урана и связанных с ним структурах. Доктор Лен Тайлер и его команда специалистов в области радиотехники немедленно положили конец этой идее. Наши измерения носят гораздо более абстрактный характер. Они носят количественный характер и относятся к структурам, которые невозможно увидеть на изображениях. Например, мы чувствительны к размеру частиц в кольцевой системе. Эти частицы могут быть размером от мраморных шариков или шариков для пинг-понга до каменных глыб. И к тому же разрешение этих изображений намного ниже, чем у изображений. В случае с атмосферой, когда радиоволна пронизывает атмосферу, мы проникаем на уровни, которые могут быть ниже видимой части атмосферы или могут находиться в прозрачных частях атмосферы. Команда доктора Тайлера в течение нескольких месяцев готовилась к сбору данных во время периода затмения Voyager 2, когда он исчезнет за Ураном. Месяцы планирования превращаются в несколько часов очень интенсивного волнения. В случае с кольцами мы узнаем о размерах кольцевых структур. Мы узнаем о размерах и распределении размеров частиц кольца по размерам. Мы должны быть в состоянии провести чрезвычайно точные измерения того, где расположены эти кольца, безусловно, на расстоянии порядка 100 метров, что примерно соответствует размеру футбольного поля. Давайте попробуем взглянуть на все это с точки зрения перспективы. А как вы измеряли объекты размером с шарик и определяли местоположение колец в радиусе 100 ярдов? На расстоянии 2 миллиардов миль через 8,5 лет после запуска космического корабля. Возникает вопрос, действительно ли вы можете взглянуть на все это с точки зрения перспективы. Меня зовут Дэвид Спаркс. Затмение ураном закончилось в течение часа, но мы все еще ждем затмения второго кольца, и теперь Вона Шельман из команды радионауки примчался сюда, чтобы рассказать нам об этом. Добро пожаловать, Вон, добро пожаловать. Что вы можете рассказать нам на этом раннем этапе всего процесса? Ну что же, мы очень взволнованы. Космический корабль проделал очень сложные маневры, направленные на то, чтобы он был направлен в нужном направлении и находился за планетой. А также за то время, что прошло за кольцами. Мы знаем, что у нас есть данные, и что космический корабль вернулся в правильное положение после того, как он покинул планету. Вот уже несколько часов мы занимаемся сбором данных. На самом деле я ушел еще до того, как это произошло. Я видел, как поднимались сигнатуры колец, но я видел, как они входили внутрь. Мы видим каждое из них до единого. Мы поддерживали сигнал на протяжении всего процесса съемки. А теперь подумайте о том факте, что мы находимся примерно в 2 миллиардах миль от вас и передаем сигнал с космического корабля мощностью около 20 ватт, где атмосфера преломляет сигнал таким образом, что эта мощность уменьшается в несколько сотен раз. Это выглядит так, как будто вы имеете дело с десятой долей ватта на расстоянии пары миллиардов миль. Улавливайте ее и не теряйте в течение того времени, пока космический корабль находится за планетой. Итак, сигнал поступил именно сюда. Теперь у вас есть немного времени, чтобы расслабиться, проанализировать его и рассказать нам, какова полная структура вашей атмосферы. Мы, команда поддержки, научная группа и жители Австралии, просто очень счастливы, что все сложилось так хорошо.
Вот здесь у вас есть схема, показывающая, как отключается электричество, когда мы заходим за него. Что вы можете сделать для этого? Что же происходит? Просто позвольте мне проиллюстрировать рисунок первого кольца. У нас есть вид на плоскость неба, на которой космический корабль со временем перемещается с правой стороны на левую. Прямо сейчас космический корабль находится примерно в таком положении в плоскости неба. Он только что очистился от колец, выходящих из-под Земли позади них. Круги указывают на размер луча антенны, но это не слишком важно по сравнению с возможностью проведения измерений. Мы действительно видели кольца, проиллюстрированные здесь, только с некоторыми отметками, и уровень сигнала был снижен на целых 15 дБ, что примерно в 30 раз. То есть примерно на 3% от мощности, которая была бы без кольца. Это сразу же говорит нам, например, о том, что это вовсе не полевые кольца. Там присутствуют частицы значительного размера. Речь идет о самой атмосфере, и позвольте мне сказать об этом еще несколько слов на следующей иллюстрации. Было бы немного лучше поговорить именно об атмосфере. Вот здесь, снова взорвав эту центральную часть, траектория движения космического корабля идет справа налево. Так вот, затем она прошла позади Урана, как видно на плоскости неба. И расстояние, когда она находится прямо в этом положении, например, направление к конечности, где мы ее видим, отклоняется примерно на 3 градуса от направления. А теперь, может быть, вы перенацелите космический корабль? Да, теперь космический корабль должен совершить сложный танец в космосе, чтобы сохранить направление движения с очень высокой точностью и прицелиться в эту точку вдоль оконечности планеты. Следите за мной. Прямо по краю дороги. Идите направо. Теперь это выглядит очень похоже на то, на что идет часть нагрузки в некоторых телевизионных программах, где рассказывается об отблеске, идущем по кругу, если вы когда-нибудь видели такое. Именно это вы и должны были бы увидеть. Это ваше глазное яблоко. Если бы вы могли видеть радиоволны, то увидели бы сильный отблеск, движущийся по периферии. Когда он доходит до этой точки, он движется быстрее. На самом деле, несмотря на то, что космический корабль движется в плоскости неба всего около 8,5 км в секунду, этот гринд движется со скоростью 20 км в секунду. Таким образом, на основании данных, собранных вдоль этой кривой, мы теперь можем кое-что сказать о том, что происходит с поглощением верхних слоев атмосферы. Да, в первую очередь речь идет о структуре атмосферы, температуре и давлении. Так что большое вам спасибо, чувак. У Урана точно так же, как у Юпитера и Сатурна, есть кольца, но кольца Урана такие же темные, как древесный уголь, который мы используем в наших барбекю. На самом деле, они были обнаружены только после того, как заметили, как слабый звездный свет позади них был отрезан. Когда он проходил через них так же сильно, как это было в этом эксперименте, который мы только что провели. Они были обнаружены только в 1977 году, а первые их фотографии были сделаны только в 1984 году. Это кольца Урана. В таком случае, я думаю, было бы справедливо спросить вас, как кольца Урана соотносятся с кольцами Сатурна и Юпитера. Хорошо, хорошо. На самом деле, наша наземная фотография была сделана только в прошлом году или около того, а кольца были обнаружены с Земли в 1977 году. Но два из них были сфотографированы. Это затмение звезд, не так ли? Исходя из этих данных, мы пришли к выводу, что эти кольца существенно отличаются от кольцевой системы Юпитера и кольцевой системы Сатурна. Отличие состоит в том, что известные кольца с Земли очень-очень тонкие, очень-очень, почти как маленькие ожерелья вокруг планеты, с очень-очень большим открытым пространством между ними. Так вот, на Сатурне мы, конечно же, обнаружили кольцевую систему, которая была полна материала и отличалась великолепной цветовой структурой. Очень красочной, очень разнообразной по стилю и фактуре. На Юпитере мы обнаружили очень-очень тонкое кольцо, связанное с двумя или около того лунами внутри них. Так вот, одна из самых больших загадок, с которой мы долгое время сталкивались с Земли, заключалась в том, почему мы не видим связи в кольцевой системе Урана со спутниками, с лунами. Как это происходит у Юпитера и у Сатурна? Итак, одна из самых интересных вещей в этом проекте заключается в том, что мы хотим отправиться туда и поискать те спутники, которые связаны с кольцами. Мы знаем, что спутники Сатурна, например, дают вам все эти волнообразные детали в пределах этой кольцевой системы. Так что теперь, когда мы находим новые спутники вокруг Урана, мы надеемся связать это со структурой кольца. И в связи с этими новолуниями, конечно же, уже сейчас мы можем наблюдать появление новых кольцевых структур. Исследования, проводимые на космическом корабле, записываются на записывающее устройство, не так ли? Когда вы начнете получать все это обратно и просматривать, не могли бы вы дать нам представление о том, что же это такое? Что же вы сейчас увидите? Возможно ли это? Справедливо ли это? Прямо сейчас это настоящий сумасшедший дом с точки зрения анализа полученных данных. К нам поступает все новая и новая информация. Каждая фотография, которую мы получаем в буквальном смысле слова, представляет собой нечто новое, чего мы никогда раньше не видели. И я думаю, что так оно и будет. Как правило, при таких встречах происходит одно. Мы получаем множество неожиданных результатов, и иногда требуется много месяцев, чтобы все это разгадать. Но некоторые вещи вы можете получить прямо сейчас. Появляются
появляются новые кольцевые структуры, новые лунные структуры, и эти взаимодействия происходят с каждым мгновением. Сейчас же приступайте к делу. Вам даже не захочется гадать, сколько еще спутников вам предстоит обнаружить. А вы говорите, что колец может быть гораздо больше, чем колец. А что бы это могло быть? Да, вы на это надеетесь? Мы на это надеемся. Ведь именно в этой области вы и специализируетесь, не так ли? С Земли мы знаем, что там есть такие тонкие, почти незаметные кольца. Потому что там очень много материала на очень-очень маленьком пространстве. Но именно эти более широкие кольца, в которых очень мало материала, они тонкие и полупрозрачные, труднее всего разглядеть. И именно их мы сможем увидеть, когда вернемся за планету и посмотрим, сможем ли мы увидеть их под другим углом Солнца. Для вас это очень волнующее время, не так ли? Это очень-очень волнующе. Я могу сказать, что вам понравится ваша работа. Да, именно так. Я получаю удовольствие от того, что я делаю. Мне было очень приятно побеседовать здесь. Спасибо вам. Я Джордж Фёниман. Источники урана действительно представляют собой головоломку, и для того, чтобы помочь нам ее разгадать, с нами здесь работает Рич Тёрилл. А теперь скажите, Рич, чему мы научились за последние несколько часов? За последние несколько часов мы получили наши первые снимки прямо в районе пересечения кольцевой плоскости. Конечно же, самые лучшие снимки поступят завтра, снимки на кольце, сделанные в момент пересечения кольцевой плоскости. Я смотрю прямо вдоль плоскости кольца и один за другим. Верно, и что хорошо в этой геометрии, так это то, что кольца очень сжаты. И с помощью одного изображения мы можем просмотреть всю длинную длину кольцевой системы в поисках спутников-пастухов и слабого кольцевого материала. А что касается спутников-пастухов, то мы обнаружили парочку из них. Да, на данный момент нам удалось обнаружить два спутника. И мы ожидаем, что, возможно, найдем и другие. У нас есть наилучшая последовательность действий для поиска пастухов, как это уже произошло, и мы находимся в процессе поиска по этому вопросу. Мы нашли два довольно больших изображения, за исключением того, что у вас есть одна из фотографий, на которой выбраны оба изображения одновременно, что кажется почти волшебным совпадением. Да, нам повезло в этом, но у нас есть два спутника, по одному с каждой стороны яркого кольца эпсилона, а один внутри, вращающийся по орбите между кольцами. И на самом деле этот спутник решает одну из загадок, а именно, будем ли мы иметь двух пастухов для каждого кольца, или мы можем использовать одного пастуха на двоих. Но совершенно очевидно, что кольцо эпсилон и следующее кольцо, дельта-кольцо, могут совместно использовать спутник-пастух. Примерно так оно и есть. Между ними примерно равное пространство, примерно равное пространство, не так ли? Вы правы. У нас есть крупный план этого внутреннего спутника-пастуха, и оказывается, что теперь мы можем разглядеть спутник. И она несколько больше, чем мы ожидали, и имеет около 30 километров в диаметре, и она такая же темная, как кусок древесного угля. Тогда вы могли бы предположить, что это может быть тот же самый материал, который мы видим в кольцах. Он вполне может быть частью того же материала, из которого сделаны кольца, или из того же самого материала. Объект длиной 30 километров — это довольно приличный размер. Это больше, чем у многих астероидов. Правильно, правильно. Так что просто удивительно, что мы можем сфотографировать нечто темное, как древесный уголь, на черном фоне и при освещении. Вот этот конкретный снимок абсолютно великолепен, но несколько сбивает с толку. На что же я смотрю? Хорошо, сейчас мы рассматриваем процесс цветопередачи. Это усредненное значение цвета кольца. И так, что мы сделали, так это суммировали весь свет от всего изображения на протяжении многих тысяч километров кольца и, по сути, составили одну строку данных — радиальный профиль в цвете. Мы расширили этот радиальный профиль по всему изображению, чтобы создать своего рода псевдоизображение колец. Но на самом деле на нем видно, что яркое кольцо эпсилона здесь окрашено в белый или нейтральный цвет. Мне кажется, что оно имеет серый цвет. Но самое интересное в этом то, что другие кольца действительно имеют цветовые различия. И вот это совершенно неожиданно. В самом деле, мы наблюдали цветовые различия в кольцах Сатурна. Ну что же, кольца Сатурна довольно массивны, и, возможно, на них действуют различные процессы, и мы знаем, что все кольца Урана довольно темные. И, по крайней мере, когда мы узнали об этом с Земли, мы думали, что они будут довольно однородными. Но мы обнаружили, что кольца, эти два кольца, дельта-кольцо и гамма-кольцо, которые кажутся довольно похожими на большинстве наших предыдущих изображений, кажутся объектами разного цвета. Означает ли это, что дельта-кольцо получено из разных источников? Мы этого не знаем. Это одна из загадок, над которой нам придется поразмыслить довольно долго, и, возможно, некоторые другие данные с высоким разрешением помогут нам решить эту проблему. Потому что, возможно, это совершенно другой материал, чем тот, который мог бы распасться перед каждым из этих колец. Именно так и есть. Масса одного из этих колец сравнима по размерам с массой одного из этих пастухов. Большое вам спасибо. Мы получаем снимки с Voyager, которые можно назвать историческими по своей важности, и я подумал, что уделю вам всего минутку, чтобы показать некоторые из них вам. Так что расслабьтесь и понаблюдайте, как мы совершим небольшое путешествие по некоторым снимкам за последние несколько лет. Это всего лишь изображение Урана, сделанное издалека и сделанное некоторое время назад. Это маленькая луна Миранда. С этой точки зрения это очень преувеличено, потому что именно этот снимок был сделан для того, чтобы помочь навигационной команде. Именно к этой луне мы собираемся подойти очень близко для того, чтобы точно определить, где она находилась на фоне звезд. Так вот, не все эти белые пятна — это звезды, некоторые из них просто шумят. Мы сделали вот этот снимок. Ариэль — это один из самых близких снимков, которые мы получили до того, как те,
кто делал снимки сегодня днем, были записаны для последующего воспроизведения. А также еще один снимок мочи. Несколько из них были сделаны в то время, когда мы также рассматривали их с помощью спектрометров. А вот кольца — это еще один вид, на самой внутренней части которого сияет немного света от Урана. А также луна Умбрия, которую можно будет рассмотреть поближе. Снова Уран, и здесь довольно резкая фильтрация позволяет выявить некоторые атмосферные характеристики. А также Оберон, и наконец Таня, та самая, которую мы показывали вам на открытии шоу. А теперь вы снова с нами в роли доктора Эда Стоуна, научного сотрудника проекта. Эд, давайте попробуем подвести итоги прошедшего дня, если сможем, и что, по вашему мнению, стало самым большим достижением за сегодняшний день? Ну что же, я думаю, что главным достижением стало то, что космический корабль действительно выполнил, насколько мы можем судить, именно тот план, который мы изложили. И включил, как мы слышали, очень точное радиозакрытие, очень сложный комплекс мероприятий на космическом корабле. До сих пор все шло очень хорошо. И это, безусловно, стало главным достижением на сегодняшний день. Так оно и есть на самом деле. Это была феноменальная миссия. После всех внесенных нами изменений, отправки команд вплоть до последней минуты, даже после того, как он выполнял последнюю серию команд, которые мы изменили, он принял все это. Именно так и есть. И те открытия, которые мы сделали сегодня, конечно же, касаются магнитного поля, которые выделяются на общем фоне. А что вы об этом думаете? Есть ли у вас какие-нибудь ожидания относительно фотографий, которые мы увидим завтра? В некотором роде так оно и есть. Конечно же, основными снимками, которые будут получены завтра, будут лучшие снимки со спутников, которые поступят завтра днем. И я, как мы уже обсуждали ранее, на этих снимках, которые у нас есть на сегодняшний день, видны некоторые особенности с довольно низким разрешением, которые выглядят так, как будто они могут быть ударными кратерами с лучами. Кроме того, на спутниках есть и другие объекты, которые невозможно распознать. И это может означать, что нас ждут некоторые сюрпризы, как только мы действительно сможем достаточно тщательно изобразить эти объекты, чтобы понять, являются ли они просто цветами на поверхности, или на самом деле имеют рельеф, связанный с этими объектами. Одна вещь, которой мы очень мало касались, это ваша собственная специальность, космические лучи и заряженные частицы. Не могли бы вы рассказать хотя бы немного о том, как это происходит, как продвигаются эти исследования? В настоящее время мы находимся прямо в магнитосфере. Мы проводим измерения частиц ловушек, частиц, которые вращаются по спирали вокруг магнитного поля, отскакивая назад и вперед. Это похоже на наш собственный радиационный пояс Ван Аллена. Именно так, точно так же, как наш собственный радиационный пояс Ван Аллена. И все, что мы пытаемся сделать, это точно определить форму и конфигурацию магнитного поля и популяции частиц, захваченных в этом магнитном поле. И еще раз повторяю, мы уже прошли более половины пути, но мы еще не получили данных по большей части магнитосферы. Эти данные будут получены и завтра. Это тоже записывается? Да, именно так. А как насчет космических лучей с более высокой энергией? На них тоже воздействует магнитное поле. На самом деле магнитное поле исключает их воздействие. В течение этого времени наши датчики будут в основном реагировать на частицы, попавшие в ловушку внутри магнитного поля. Это означает более низкую энергию, а также на различные волны, плазменные волны и другие явления, происходящие вокруг. Как же получается, что эти эксперименты также дают нам бесконечные результаты? Да, еще раз повторяю, особенно это касается устройства для измерения плазменных волн и планетарной радиоастрономии. Мы вполне можем обнаружить нечто совершенно иное на темной стороне Урана и на солнечной стороне. Нет никаких оснований ожидать, что эти два явления должны отличаться друг от друга, потому что солнечная сторона находится на Солнце так много лет подряд. В то время как темная сторона очень-очень темная в течение длительного времени, может оказаться, что у нас там будет совсем другой ионосферный механизм. И у нас вполне может быть гораздо более темная сторона. С этим длинным хвостом связан другой магнитосферный механизм. Спред простирается довольно далеко позади населения. Да, это так. Большое вам спасибо, Эд. Итак, мы подходим к концу рабочего дня. Мы получили некоторые новые данные о природе атмосферы Урана. И мы услышали первые прямое свидетельство наличия магнитного поля, которое окружает эту планету и которое мы очень надеемся найти. Завтра нас здесь уже не будет. Однако в воскресенье вечером мы вернемся в то же время, продолжая наблюдать за столкновением космического корабля NASA Voyager 2 с планетой Уран. И, пожалуйста, не могли бы вы тогда присоединиться к нам?